Доброе утро. С вами Вася. И как обычно мы готовим легкие, вкусные, полезные блюда. Что сегодня? Сегодня будем готовить салат из запеченной свеклы. Не из вареной, как обычно все делают, а из печеной именно, что более сохраняет все полезные свойства. Вот. Ну и плюс печеная вкуснее, чем вареная. Конечно. В воду не уходит ничего. Да? Да. Угу. Что сделали? Запекли свеклу? Да, запекли, почистили свеклу, запекли ее. И сейчас мы покажем, как из простой свеклы сделать более красивое блюдо. В основном у всех ассоциируется, согласись, свекла это либо селедка под шубой, либо там сыр, чеснок, майонез. То есть такое достаточно тяжелое. Тяжелое, да, блюдо. Да. А из простой свеклы мы добавим немножко орешков к ней и бальзамический соус. И получится очень яркий, насыщенный вкус. Просто пластики выкладываете в одну полоску и с одной стороны начинаете их закручивать. Ничего сложного, и получаются вот такие розочки. Но чтобы хорошо закрутилось, надо нарезать достаточно тоненько. Тоненько, да, чтобы они складывались в более такие нежные, мягкие лепесточки. И получается такая розочка. Да, получается розочка, можно чуть подраскрыть ее. В итоге что получается? Накрутили мы заранее таких розочек. Причем по форме видно, какие крутил Вася и какие крутила я. Невооруженным взглядом, так сказать. Давай, идем дальше. Тарелку, добавляем немножко орехов. Это грецкие орехи. Обжаренный, не измельченный. Он добавит пикантности этому салату. И добавляем бальзамический соус. Ну, бальзамик надо будет купить. Да, и не купите только с уксусом бальзамическим. Уксус – это который жидкий, и вот он здесь будет плохо. С уксусом можно есть пиццу, заправлять салаты и так далее. Это жидкий, чуть сладковатый бальзамический соус. Главное, чтобы было соус, а не уксус. Мне самая приятная часть – пробовать. А ты рассказывай про особенности. Запекается, да, свекла в фольге, обычно мы целиком, чтобы именно сделать такие розочки красивые, чтобы нарезать слайсы. Запекается в фольге от 40 до часа. Добавляется немножко туда масло. Если есть тимьян, то можно добавить тимьян. Угу. Внутрь. Да, то есть, получается, прям берешь ее, помыл, да, тимьяном есть, посыпал, масло капнул и в фольгу обернул. Да, не каждую отдельно в фольгу, а прям целиком. Сколько надо, в фольгу упаковали, то есть, туда массово. Масло, да, угу. И запекать. А как проверить, что готово? Проткнуть. Ну, все как обычно. Да, от 40 до часа, в зависимости от размера, получается. Очень вкусно, полезно. Ну, я вообще такое люблю. Это необычный салат для дома. Помимо свеклы с майонезом и сыром, и чесноком, который потом вообще, ну, как он, на работу ты не пойдешь после такого салата сразу. Конечно. Пользуйтесь, готовьте. Хорошего дня. Целуем, любим. Пока. Пока-пока.